Привет, сынок. Здорово. Не бухай, смотри, бухой, что ли. Ну, ясно. Техника хоть есть, пушки, хуюшки, минометы, блядь, танки. Нет, ну это все хуйня, вообще хоть вооружение есть. Что, ни танков нет, ни БМПушек, ничего нет. А где это все, блядь? Короче, там... Только пи***ть, что, блядь, все, есть, та... Короче, просрали все вооружение, все пропили, блядь, да? А то показывают танки, там, Т-90. А то, блядь, валятся, нахуй. Постоянно там какой-нибудь, этот, Сомпетпёрк, блядь, там, это. Китай там помогает свои эти пресс, блядь. Это наши, уже, наверное, половина нашей техники, наверное, у Хохлова уже находится, блядь. Потому что пока там танки бросили, там, а? Сколько осталось? Да ну, нахуй. Ну, а где же и не хоронят никого, блядь? Ну, они же и домой не звонят уже тогда выходят. Так там одни кости останутся. И что, вот тебя ранят или убьют, тоже останешься там лежать, блядь? Ну, ясно. Что нихуя нету в России, не ебаться, блядь. Они запиздели совсем. Ну, ясно. Куда еще ринулись на Украину? Сами бы они там, блядь, переваривались, пи***ду, поехали помогать, блядь. Давай.